Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы дадим пару советов, как создать уют в квартире для вашей кошки. Каждый человек стремится оформить свою квартиру, обставить ее так, чтобы ему было уютно и удобно в ней жить. Питомцы тоже должны жить в комфорте. Нередко хозяева ограничиваются местом для сна и лотком, но кошки – свободолюбивые и активные животные. Кошки по природе крайне любопытные и активные существа, которым интересно все, что происходит в окружающем мире. Подоконник – любимое их место, на котором они могут лежать, сидеть, разглядывая людей и животных. Необходимо освободить подоконники от лишних предметов, цветов и игрушек, так, чтобы кот мог свободно сидеть, не стесняя движений и, главное, не портя имущество хозяина, которое он оставил на подоконнике. Больше всего кошки любят раскапывать цветы. Кошки-хищники от природы и тесно с ней связаны. Находясь в квартире, они инстинктивно ищут лес и находят его в комнатных растениях. Вот почему коты так тянутся к комнатным растениям и проводят большое количество времени, сидя у горшка с цветком, копаясь в земле, играя с листьями или обнюхивая цветок. Если в квартире нет комнатных растений, желательно их завести, чтобы кот не чувствовал себя оторванным от природы. Можно купить фикусы или другие небольшие неприхотливые растения. Кошки нередко пытаются поточить свои когти о деревянную мебель, стулья и диваны. Как сделать так, чтобы уберечь мебель и удовлетворить кошачьи потребности? Сейчас можно найти огромное количество приспособлений, с помощью которых кошки могут поточить свои когти без вреда для вашей мебели. Конечно, кошкам нужна в квартире территория, где они могут поспать, поиграть, поточить коготки. Также кошки – покорители вершин. Домашним кошкам приходится нелегко. Прибейте к стене несколько полок, чтобы кошка могла по ним прыгать, перебираться с одной полки на другую и следить за хозяином сверху. Кот будет счастлив в любом доме с тем хозяином, который понимает кошачьи потребности. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.